С 5 по 7 октября в городе Фергана пройдет международный турнир по греко-римской борьбе среди младших юношей 2008-2010 и 2011-2012 годов рождения в честь заслуженных тренеров Узбекистана Морозова, Закирьяева и Блинта. Примут в нем участие и кыргызстанские мальчишки, которых командирует СДШР имени Радбека Саратбаева. Это Актилек Садиров, Айбек Абылбеков, Артур Керимов, Атай Нурдинов, Кадырбек Толкумбаев, Мухаммед Умар Арункулов, Жаадарбек Шафатов, Нур-Расул Талайбеков, Жениш Тамичбеков, Исхак Султангазиев, Баладбек Улу Мухаммад и Баел Шукуров. Также в составе команды тренер Улан Исаев и судья Фурхат Сайтазимов. На собрании с участием спортсменов, тренеров и родителей юных борцов директор специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва имени Радбека Санатбаева, заслуженный мастер спорта Кыргызской республики по греко-римской борьбе Канабек Жолчубеков пожелал ребятам доброго пути и успешного выступления.